Еще одна тема, которая волнует абсолютно каждого из нас, это рост цен на товары и услуги. Цены выросли на продовольственные товары, на строительные материалы, недвижимость, топливо. Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года выросли на 6,68%. На продовольственные товары рост составил 8,31%, на непродовольственные 8,62%, а на услуги 1,52%. Цены, конечно, не растут за один день, они повышались постепенно, но теперь людей охватила паника из-за надвигающейся зимы и вероятного повышения тарифов на газ. Мы, как правило, не анализируем и не заботимся каждый день о таких вещах, как инфляция, годовая базовая ставка, ситуация на мировом рынке и так далее. Это сложные и довольно скучные вещи, которыми интересуются единицы и которыми редко начинают интересоваться, даже когда припекло. Легче же обвинить, президента, правительство, банкиров, продовольственные магазины, торговцев на рынке, вне зависимости от причин роста цен. Сегодня мы попытаемся понять, от чего зависит рост цен и что правительство может сделать, чтобы его сдержать. Итак, начнем с основ. Что такое инфляция? Если говорить простым языком, инфляция – это устойчивый рост цены на товары и услуги. Инфляция, условно говоря, измеряется стоимостью потребительской корзины, куда входят обязательные товары и услуги, которыми пользуются граждане страны. Разница в стоимости потребительской корзины по сравнению с предыдущим периодом и есть инфляция. Комфортный уровень инфляции до 6%. Его стараются обеспечить в большинстве стран. Годовой уровень инфляции в Молдове в сентябре 2021 года составил 6,68%, по данным Национального банка. Уровень инфляции в Молдове вырос на 2 пункта за один месяц. Однако это не рекордный показатель для Молдовы. По данным Нацбанка, в декабре 2015 года уровень инфляции в стране достиг 13,6%. В прошлом, 2020 году, максимальный уровень инфляции был равен 6,8% в январе. Рост цен на товары и услуги может происходить по ряду причин. Одна из них – это рост спроса, когда люди начинают потреблять больше. О росте потребительского спроса в 2021 году заявляет и Национальный банк Молдовы. Откуда у бедной Молдовы деньги, чтобы потреблять больше? По данным Нацбанка, инфляционное давление поддерживается и внутренним совокупным спросом. Он подпитывается восстановлением потребления населения в условиях увеличения заработной платы в экономике, объемами предоставляемых новых кредитов и переводами денежных средств в пользу физических лиц. В условиях пандемического кризиса люди стали тратить больше денег, не только в Молдове, но и по всему миру. Давайте вспомним очереди в гипермаркетах за товарами первой необходимости. В начале пандемии, в 2021 году, эта тенденция продолжилась. Столкнувшись с кризисом, люди тратят деньги, пытаются обеспечить себя всеми необходимыми или пытаются имеющиеся накопления вложить в наиболее устойчивые, по их мнению, активы, например, в недвижимость, цены на которую стремительно взлетели в Молдове в этом году. В Молдове, как мы видим из сообщений Нацбанка, граждане тратят деньги, которые они получают не из производства, а из потребительских кредитов. Средняя процентная ставка на потребительские кредиты достигла исторического минимума 4,6% годовых по сравнению с 15,5% в 2015 году, согласно данным эксперта Вячеслава Ионицы. Дешевые кредиты привели к увеличению потребления. Если не кредиты, то жители Молдовы тратят то, что они зарабатывали, или то, что им присылали из-за рубежа. Кредиты в Молдове тратятся на товары, которые в основном импортируются. Таким образом, они не стимулируют производство, а стимулируют импорт. Деньги граждане не трансформируют в инвестиции. Еще одна причина роста цен – это сокращение предложения. Тут вроде все понятно. Произошел рост цен на многие товары, которые производятся в Молдове и импортируются. Из-за ковида произошло сокращение производства и поставок. Эти потери производители заложили в цену на товар, которая возросла. Ну или в случае с сельскохозяйственными товарами речь идет о неурожае прошлого года, который нанес колоссальные убытки фермерам. Правительство Кику минимально или совсем не компенсировало понесенные убытки аграриям в прошлом году. В результате это отразилось на цене на многие продукты первой необходимости. Подсолнечное масло, хлеб, молочные продукты. О влиянии засухи на уровень инфляции говорит и Национальный банк Молдовы.
Но это, конечно, не мешает социалистам винить в росте цен Майю Санду. Кого же еще? Что касается поставок, закрытие границ нанесло колоссальный урон транспортной сфере, не только пассажирским, но и грузоперевозкам. Эта отрасль грозит протестами на мировом уровне. Ограничения в передвижениях, рост цен на топливо, рост цен на перевозки, конечно же, отражается на цене на товары и услуги. Особенно это отразилось на импорте. В январе и июне 2021 года импорт товаров в Молдову вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще один фактор, который приводит к росту инфляции, это высокие ожидания инфляции. В ожидании роста цен производители заранее поднимают цены на свои товары. И не стоит забывать, что Молдова не находится в вакууме. Как страна с ослабленной экономикой, мы особо остро чувствуем процессы, которые происходят в мировой экономике. Особенно негативные процессы. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН бьет тревогу в связи с беспрецедентным ростом на продукты питания. Мировой индекс цен на продовольствие весной текущего года оказался на 28,4 пункта выше, чем в 2020 году. Выросли цены на кукурузу, сахар, мясо, молочные продукты. 12 октября представители ООН и ЕС обсудили возможность предотвращения мирового продовольственного кризиса. США, Китай и Европа, как и Молдова, в центре энергетического кризиса, что тоже привело к росту цен и увеличению инфляционного давления. Это международные факторы, которые наша страна не может избежать. Рост инфляции не стал новостью для тех, кто был у руля Молдовы до парламентских выборов в июле 2021 года. Также это и не стало неожиданностью для новой власти. Национальный банк Молдовы ежеквартально выпускает обзор инфляции, отражающий изменения в тенденциях в экономике на ближайшую и среднесрочную перспективу. Конечно, правительство социалистов знало о надвигающемся росте цен, поэтому премьер Ион Кику нашел повод заранее подать в отставку. И, конечно, нынешние власти знали, на что шли и что нас ждет осенью 2021 года. Что же делают власти и что они могут сделать для того, чтобы ослабить негативные последствия инфляции для населения? Эти последствия, прежде всего, почувствуют на себе самые незащищенные слои граждан с низким фиксированным доходом и те, кто остались без работы. Во-первых, надо понимать, что Молдова – страна с рыночной экономикой. Цены на товары формирует спрос и предложение. Если государство вмешивается и будет диктовать цены, это приведет к снижению качества товаров, что повлечет снижение спроса, сокращение или ликвидацию производства. Ну и в конечном итоге приведет к знакомому в Советском Союзе дефициту товаров и услуг. Государство не может диктовать рынку, но государство может поддержать производителей и население в период кризиса, чтобы с одной стороны сдержать рост цен, а с другой стороны уменьшить потери населения. Как молдавское государство поддерживало отечественных производителей в период начала пандемии, мы уже видели. Молдавские бизнесмены оказались один на один в игре на выживание. В этой сфере у нового правительства есть большая работа, которую надо начинать безотлагательно. В Молдове денежное обращение регулирует Национальный банк. Нацбанк 5 октября увеличил базовую ставку, применяемую к основным краткосрочным операциям денежной политики, до 5,5%. Был снижен коридор ставок на 0,5% пункта с 2,5 до 2. Как разъясняют в Нацбанке, одновременное снижение коридора ставок с увеличением базовой ставки потребовалось для мотивации предпочтений потребителей к экономии. То есть Нацбанк пытается сдержать немедленное потребление в стране. Рост потребления – один из факторов инфляции в стране. В то же время Нацбанк сохраняет более-менее стабильный обменный курс и небольшое укрепление молдавского лея. Что государство может сделать для защиты людей от инфляции? Ну, во-первых, минимизировать потери страны в результате энергетического кризиса. Аналитик в экономике Вячеслав Яницы говорит, что НАРЭ имеет законную возможность повысить тарифы в 2 или даже 3 этапа, чтобы не допустить резкого шокирующего повышения цен на топливо. НАРЭ может провести повышение сейчас осенью, а другое в начале следующего года, чтобы уменьшить негативные последствия повышения цен.
Правительство должно предусмотреть возможность помощи наиболее уязвимым слоям населения в холодный период. Уже сейчас понятно, что повышение пенсий до 2000 лей явно недостаточно, чтобы люди могли справиться с инфляцией.